Ребята, у меня первый раз первый класс. Это вон мой бардачок. Кстати, уйдем в школу. Так, свет. Знаете, какое ощущение, что сегодня 1 сентября. В воздухе такая же прохлада, как в России на 1 сентября. Ну, собаченька, ты тоже идешь на 1 сентября. That's Hollywood right there. Yay! Hello! Oh, his name is Hollywood? Nikki. Or, oh, Nikki. Hello, beautiful. Чувствуется, что заморозки ночью были, но я была заморозка, было прохладно. Вот, и я сверху в школу. Вон садится современные студенты. Убер ждут. Oh my gosh. Sing. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Я же думаю, что я странная, наверное. Чего я вам расскажу? Значит, во-первых, у нас супер интернациональная группа. 6 человек всего. Acting класс намного больше. У нас более такой индивидуальный экспириенс. Знаете, что я поняла, пока сидела на классе? Я поняла, что я еще учу английский, какие-то слова, типа, вот это mise en scène. Это французское слово, но как бы я не знала особо, что это значит и на русском, они нам тут объясняют. То есть мы какие-то концепции филмейкинга учим на английском, и это очень круто. Вот нам объясняют всякие термины, потому что учителя здесь понимают, что полно иностранных студентов, и она какие-то слова все равно объясняет, которые, ну, такие super advanced. И мне это так нравится, потому что ты реально себя перепроверяешь, какие-то новые слова учишь. Конспектик, сейчас вам покажу. У меня такой конспектик, моя тетрадочка, как... Боже, это университет вспоминается. У нас будут съемки в Universal, мы пойдем в Universal Backlot, где как бы снимался «Назад в будущее», «Отчаянные домохозяйки». Вот эти все места нам там дадут снимать, у нас аж 2 дня там будет, в середине курса, где мы будем снимать свои проекты. Ого! Рок-н-ролл! Ну это, короче, чистый кайф, все на английском, ты учишь язык, учишь культуру, учишь filmmaking. Я в восторге. Все. Я написала полную чушь. Короче, это то, что мне надо учиться еще. Я буду снимать 3 фильма за время курса, и мне нужно придумать сценарий. У нас, ребята, 2-й день учебы, и мы вообще уже никакие. Это супер интенсив, просто супер. Поехали на пляж. Влоги только когда мы куда-то идем из класса в класс. Ваши вопросы основные ответьте. Значит, вопрос номер 1. Сколько стоит программа? Программа стоит около 2900 долларов. Вопрос номер 2. Сколько длится программа? Программа длится 6 недель. У нас 2 недели в декабре и 4 недели в январе. 3-й вопрос. Как называется программа? Программа называется filmmaking. Она учит, как стать... Короче, мы, знаете, такой... Специалист широкого профиля. Сейчас, что мне больше всего нравится, это как писать сценарий, то есть storytelling. У нас hands on camera, мы учимся работать с камерой. Editing, когда мы сводим, и у нас будет 4 проекта. И мы будем снимать в Universal Studios. Чтобы поступить, нужно собеседование пройти по скайпу. Я не знаю, откуда информацию сдавать IELTS или TOEFL, их не надо сдавать. Но зато, можно я, зато если вы позанимались 2 месяца, вам понравилось, хотите попасть на 2-годичный курс и получить магистра, то можно без TOEFL и IELTS. По поводу бэкграунда в индустрии, я бы сказала, что у нас все с бэкграундом. У нас человек-осветитель, человек-каскадер, человек-орел и решка. Это кто-то такой холос? Это кто-то такой шутки? Это кто-то такой шутки?
Приветики. Здрасте. Никто не здоровается. Реквизит. А что можно делать с реквизитом? На нем можно спать. У нас с Региной к вам просьба. Дилемма у нас, мы не знаем, где жить. Нам нужна квартира в Бурбанке, около Голливуда. Хорошенькая, для девочек такая, чтобы с посудомоечной машиной, может быть. Желательно, чтобы стиралка же была в этом. О, да-да-да. И еще спортивный зал, и бассейн, и джакузи. Чтобы шеф-повар был. Нам просто нужна квартира на январь, не обязательно все, что вы сейчас сказали. Но главное, чтобы до школы нам было близко в Бурбанке, у нас школа. Если у вас есть, если вы что-то сдаете, нам со второго... С 1 января, да? С 1 января по 27 января где-то. Мы забыли деньги в ресторан, поэтому берите мои. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, ресторан был полный. Я когда искала здесь квартиру на Крейгслисте, я нашла на 2 недели за 500 баксов. Прямо вот рядом со школой. Но там как бы, там живут крысы. Жилье примерно вот 2 недели 500 долларов, ну то есть месяц, да, 1000 где-то рассчитываете. Craigslist, Airbnb, от школы есть проживание, от школы проживания они предлагают вам $90 в ночь, если студию снимают, то тоже недалеко. Это раз. Второй момент, очень важный, ребятушки, с чистым паспортом в США, пожалуйста, не подавайтесь на визу. В очень-очень редких исключениях ее клеит чистый паспорт. Но это если вы едете выступать на конференции или еще что-то. Или если вы поступили в Гарвард, например. Если у вас пустой паспорт, вам в любом случае нужен английский. Поэтому клево сделать, как мы обычно ребятам советуем, кто с пустым паспортом, сначала поехать на Мальту, поучить английский, потом в Великобританию, потом только США. Так у вас будет больше шансов получить визу. На Мальте сейчас очень клевая школа, наша любимая, если вы будете смотреть, называется InLingua. Там 3% русских, то есть их почти нету. Ну, русскоговорящих. Я, естественно, не русофоб, я все по-русски говорю. А потому что вы хотите изоляцию, когда вы приехали. Вот, чтобы Регины в группе не было, например. Ребят, спасибо большое, что смотрели этот влог до конца. Мы увидимся с вами в следующих видео. Пожалуйста, пишите, хотели бы попасть на такую же программу. И пишите свои вопросы. Будем скоро отвечать в следующих видео. До скорых встреч. Пока!